Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Jurassic World Evolution 2, продолжаем проходить теорию хаоса по первому фильму Парка Юрского периода, и у нас тут начались небольшие проблемы с велоцирапторами в прошлой серии, которых я опрометчиво так немного переселил в менее укрепленный загон. Не то чтобы этот намного лучше укреплен, да, у него всего лишь на одну единичку рейтинг безопасности у забора выше, тройка всего лишь, у этого забора двойка, а велоцираптору нужна пятерка, если это вот индикатор как бы нужного ограждения. Может быть, пятерку они ломать вообще не смогут, вот не знаю. Но в этом загоне они довольно долго жили вполне себе хорошо и не то чтобы пытались часто вырваться из него. Может быть, тут проблема немного глубже. И, например, то, что не хватает им чуть-чуть леса, то, что после прошлого урагана, когда у нас были поломки в заборах, они побежали, нападали на людей там какое-то время, они устали за это время, они были транквилизованы и вон как раз проголодались за это время. Может быть, все это вызывает их недовольство, они начинают долбить заборы из-за этого. И если бы та же ситуация была в этом вольере, они точно так же, может быть, проломили бы тот троечку, да, забор. Не знаю. Но в любом случае мы давайте добавим им лес для начала сразу. Тут хорошая территория, мы можем вполне себе много леса добавить без проблем. И нам надо усыпить... Обязательно надо усыпить всех сейчас велоцирапторов. Так, давайте. У нас только перевозят сейчас после происшествия, после шторма, когда все велоцирапторы выбежали. Только перевозят сейчас. Бедолаг. Ну, кстати, смотрите, он не пошел, он не выбежал в парк. На удивление. А. Давайте мы сейчас отправим на ремонт. А, тут вот можно еще, да, один забор поставить. Ребята мне подсказали в комментариях, что было бы удобней. Прям тут у меня уже все застроено. Мне показалось или тут было? Нет, показалось, наверное. И единственное место для дополнительных ворот у нас здесь, чтобы наши рейнджеры могли удобнее проезжать вот сюда. Как-то так. Быстрее добираться не в обход. И что еще? А, в комментариях ребята предположили, что дилофазаврам нашим нужно поставить кормушку именно с мясом. У нас есть кормушка с... живностью, за которой нужно охотиться. Есть кормушка просто с мясом. И... Алло, дилофазавр? Почему я не вижу? А, на клавишу R нажал. Поэтому не вижу, я понял. Дилофазаврам нужны именно козы. Они едят только коз. Мы, когда открываем, видим вот здесь меточку. Им нужна добыча, за которой нужно охотиться. Это фактически для падальщиков еда. Для тех, кто слишком ленив, чтобы охотиться. А это для более активных динозавров. И если поставить им мясо, они мясо есть не будут, скорее всего. Это им не интересно. Поэтому тут только козы. Ну и у нас дилофазавры вроде бы все уже поели. У всех вроде бы все хорошо. Жизнь у них как минимум наладилась. Им тоже немного леса здесь не хватает. Но тут уже места не так много, как хотелось бы для... Ну, мы, конечно, можем еще попробовать добавить. Вот сюда, к примеру. Вот сюда, к примеру, как-то лес. Но мы воду закрываем, я даже не знаю. Дилофазавры, в принципе, до воды дойдут. Но они будут постоянно в лесу находиться, и это
Не очень хорошо, мне кажется. Для зрителей. Чуть-чуть бы еще добить. Чуть-чуть бы. Ну ладно. Пока так будет у них. О, ну все равно 97, да, уже намного лучше. А, так, все, тут порядок у нас. Тут вроде бы порядок. Давайте мы изучать будем новые заборы. Раз такое дело у нас тут. Вот эти максимальные заборы. У них рейтинг безопасности 5, и им не нужно подключение к электричеству. 2,5 звезды надо, мы в принципе вроде как... Брали 3 звезды, да? Поэтому 2,5, я думаю, тоже возьмем сейчас. Но пока отправляем ученых на исследование. Давайте, включаем скорость потихонечку. И надо усыплять велоцирапторов, которых... Вот здесь мы сейчас спускаем. Пока они не поняли, что здесь забор можно проломить и выбежать. Вообще, я, наверное, даже сразу усыплю и дилофазавров тоже. А, да, по порядочку, давайте. Рейтинг парка упал, конечно, после происшествий. Неудивительно совсем, но люди выходят из убежища, ворота закрыты. Все хорошо пока что у нас. Давайте добавляем задачи. Нам надо усыпить... Я хочу здесь тоже вольер перестроить. У дилофазавров написано, что тоже им якобы нужен 5-й забор. Может быть, это не забором никакого, как бы, к забору отношения никакого не имеет, этот рейтинг безопасности, я не знаю. Но мы на всякий случай... О, тут у нас болеющие... Мы на всякий случай, короче, дилофазаврам тоже забор поставим максимальный. У этих единичка, да. Они слишком мелкие. Так. И мы изучили уже 1-й забор. Ну, то есть 2-й, фактически. Здесь 1,5 звезды надо. Сейчас подождем немного. У нас рейтинг у парка восстановится сейчас уже. Вот-вот. Так, ну тут, по идее, все. Вроде бы... А, нет, еще не всех усыпили. Давайте вот этого тоже в очередь поставим. Альфа тут отдыхает. 100% комфорта у него. Тут порядок. 2,5 звезды есть. Поехали. Нету, подождите. Нету 2,5 звезды еще. О, есть. Нам даже написали, что мы можем изучить. Так, давайте. И поставлю я, закреплю вот этот чертежик сразу. Травмы, у кого-то травмы. О, стоп. Медики. Давайте сразу лечите ваши травмы. Так, все. Всех усыпили. Сейчас еще разок проверим. Вроде да. Вроде бы всех. Давайте сейчас еще посмотрим. Может быть, где что поремонтировать еще нужно. Ну, вроде бы порядок. Вроде порядок. Так, хорошо. Поехали исследовать. Я, наверное, 2 ученых даже отправлю. Точнее, 2 вот таких вот ученых, чтобы быстрее мы исследовали последний забор. И начнем перестройку здесь. Масштабную.
всего вот этого вольера, всех вот этих двух вольеров. Ну, рейтинг парка восстановился. Уже хорошо. Прибыль тоже там какая-то мелочь, но пошла. Так, все. Исследование завершено. Нет, не завершено, еще вру. Вру. Вот теперь завершено. Может, куда-то поставить наших ученых еще что-то поисследовать. Давайте, кстати, полмиллиона еще, ладно. Пока не будем. Пока у нас не так много денег, а нужно деньги потратить на вот эти максимальные заборы, наверное. Ну, давайте. И у нас есть, я в прошлой серии говорил, что у нас вроде нет кнопочки улучшения, и вот она. Вот она. Мы можем просто заменить вот эти заборы на максимальные сразу. И пока все спят, мы улучшаем все, что мы можем улучшить здесь. Вот так. Включаем даже скорость потихонечку, и заборчики пошли строиться. А мы пошли вот этот загон еще тоже улучшать. Надеюсь, там травоядные сюда не пойдут. А то будет как-то неловко. Так, что у нас? Снова шторм начинается? Может, не надо? Может, не надо снова? Что-то болеют наши. Они, может быть, дерутся и травмируют друг друга, поэтому у них там проблемы. Умирает от голода. Так. А, да, вот этим нужно как раз... Простенькое мясо, а не козы. Велоцирапторов мы козами как раз кормили. А вот это у нас падальщики. Им я не поставил кормушку с подходящей для них едой. Вот это, да. Подлечим. И поэтому они, наверное, урон получают. Все, побежали кушать, малыши. Побежали. У кого-то у нас еще, по-моему, травма. О, буря. Трайки дерутся. Внимание всех сотрудников. Просим вас найти укрытие и не покидать его до окончания. Открываем все убежища, давайте. Очередная буря. Так, ну мы вот этих можем уже... Хочу ли... О, умирает от голода тоже. Но он сейчас придет в себя уже. Они все сейчас уже придут в себя, да. Без нашего участия даже. Угу. Эти тоже через 40 секунд, правда, в себя придут. А тут забор у них не достроен. О, тут кто-то уже в чувство пришел. Вот забор достраивайся быстрее. Ну все, поехали. Давайте, наверное, маленькую скорость включим. Пошли все ремонтировать.
Сейчас медиков еще мы тоже тут проверим, что мы можем тут с ними сделать, чем помочь. Мне показалось... Показалось, что я могу отправить полечить его. Хорошо, тогда отправляем вертолет, усыпляем его и... Ветеринарку его отправим. Давай, 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 давай. Все. Что вот эта иконка значит у нас? Что сейчас типа буря просто может быть? Кстати, надо пополнить запасы рейнджерам нашим. Ну, тут уже линия электропередач повредилась. Снова рейтинг парка упал. Снова бабло сейчас будет в минус идти. Ой-ой-ой-ой-ой. Как не в тему эта буря началась. Но зато хищники у нас все в порядке. Все под контролем. Буря закончилась. Отлично. Закрываем все убежища. Срочно выпускаем всех людей. Так. Вертолет. А, так, вертолет уже усыпил. Да-да-да, все правильно. Давайте отправляем ветеринарку вот этого. И доктор, доктор. Да, давайте. Так, все, здание вроде все отремонтированы. Травма получается только у этого, которого мы перевозим. Правильно, я понимаю. Вроде бы как. Давайте еще разок проверим на наличие повреждений. Да, вот тут забор у нас поврежден немного. И мы к нему не можем пробраться, что ли, я не понимаю. Начата перевозка актива. Недостаточно средств. А может быть и на ремонт недостаточно средств. Но сейчас, сейчас деньги пойдут. Сейчас снова... Кто-то умер. Погиб в драке. Бедный велоцираптор. Но... Выживает сильнейший, правильно? Так, давайте скорость чуть побольше сделаем. Да, 1000 для ремонта нужно, вот в чем проблема. Тут у нас мало здоровья у кого-то. У кого? Неизвестно у кого. А, да. Я в прошлой серии поставил пост рейнджеров. Но рейнджер я-то на этот пост не назначил, по-моему, правильно? Давайте сейчас проверю. Ой, так, тихо. Нет, назначил. Окей. Тут все хорошо. Так, этого лечим. Давайте осмотрим трайка. У дилофазавра болезнь какая-то. Что ж ты будешь делать?
Вот он. Внутреннее кровотечение. Вау. А теперь вот вопрос. Я туда доехать не могу? Ну, в смысле, не я, а наши медики. Или нам нужно просто вызывать бригаду по усмирению и перевозке? Давайте, наверное. Так, вот этого можем возить обратно. Им забрать актив. У кого-то еще здесь травма. Вот, у Трайка травма. Трайка, которого мы тут... А, вот он. Требуется проверка состояния. Нет доступа для транспорта. Вот Идет нам... транспортировка. Вот этот нужен. И вот этого еще осмотрим тоже. Актив Вот переведен. больше всего в этой игре сейчас меня эти осмотры раздражают. Больше всего. То, что нужно ручками каждого сначала осмотреть, потом вылечить. Так. И у нас сейчас вон трое с переломами. Этого мы можем вроде вылечить. У этого легкий перелом. Так, а у этого травма органов. Что ты будешь делать с этими всеми травмами? Так, поехали. Усмиряем этого и перевозим сейчас. Ага, готов к перевозке. На лечение вот этого товарища. 137 тысяч на ремонт. На ремонт, говорю. На лечение нужно потратить. Может, надо было двоих медиков брать, чтобы лечение быстрее было, чтобы мы могли, может быть, быстрее Идет транспортировка актива. вот этого вылечить. Ему придется полежать какое-то время. Конечно. Стоп, этого мы не вылечили. А, еще едет. Скоро. Нет, уже не едет скорая. Это мы кого-то другого тут вылечили, походу. Блин, у нас еще третий. О! Подтверждаю доставку актива. Так, 37 секунд будем лечить. В принципе, нормально. Только не говорит, что у нас снова шторм. Это просто дождик, я надеюсь. Так. Возвращаем. И у него мало здоровья после лечения. И мне нужно сейчас будет медика вызывать, чтобы он его полечил здесь еще. Серьезно? 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 Так, давайте велоцираптора подлечим. Есть люди, говорят. Люди это этот мелкий динозавр, походу, да. Велоцираптор тоже. Так, все, поехали. 50 секунд, давайте, да. Требуется забрать актив. Идет перевозка актива. Лечим, лечим. Перевожу актив. Как тут у Трайка дела обстоят? Вообще непонятно. Или он выздоровел уже там? Доходы растут на 330%, да? От минус Доставка там завершена. скольки-то? А, вот он, вот он. 57% здоровья. Доставка выполнена. Полечим еще его. Сделаем ему укольчик.
перестаньте болеть, пожалуйста, все. Дайте мне. Ну, с другой стороны, сейчас у нас дела более-менее пошли нормально, деньги собираются потихоньку. И мы скоро сможем исследовать технологию, нужную для этого, для отлова тирексов, отлова, исследования окаменелостей тирексов, чтобы можно было его синтезировать. Рваная рана. Меньше драться надо, тут дерутся постоянно. Так. Двоих, наверное, тоже отправлю на лечение. Я вот реально, да, не развитием парка занимаюсь, а просто проблемами динозавров, лечением постоянным. Сколько? Полчаса уже. Одного вылечишь, другой заболеет. Мало того, что докторов нужно по два раза еще тыкать, так еще и нужно потом периодически некоторых увозить на лечение. Это еще куча действий. С усыплением, с транспортировкой, с возвращением. Плюс доктора наши тоже устают. Так, велоцираптор дерутся снова. И у особи нераспознанное заболевание. Действительно, чего же оно такое заболевание? Может, меньше драться надо? Так. Ну, вроде все более-менее сейчас наладилось хотя бы. Актива. Я еще вроде смотрел, что у нас вот эти, да, одинокие страдают от одиночества. О, эту травму хотя бы можно вылечить на месте сразу. Хорошо, все. Давайте выведем вот этих мелких тут. Еще немного в этом загоне целлофизов. Назначим. Давайте, может быть, модифицируем. Что мы тут можем еще посмотреть? Терпеливость. Нет. Можно добавить продолжительность жизни им немного. Назначим ученых. Так. Ускорен. Нам синтезатор нужен здесь. Тихо. Просто синтезатор. Тем временем можем отправить поспать Алласа. 75 тысяч ему на отдых. О, отлично. Отлично. Вот этих со слабым здоровьем брать не буду. Этого, я думаю, нам хватит. И что нам нужно? А, этот спит у нас. Тот, кто вылуплением занимался. Ладно. Так. И по велоцирапторам. У нас их меньше стало. Нет данных о комфорте. Нет данных о заболевании. Я бы добавил, наверное, еще велоцирапторов немного. Ну, давайте посмотрим. Мы, может быть, можем сейчас
Что-то раскопать у нас не осталось? Нет, не осталось. По велоцирапторам ничего. Ну ладно, давайте. Синтезируем. И синтезатора надо будет отправлять на отдых сейчас. Так, вот этих мелких выпускаем сюда. Угу. Выпустить. Просто выпустить. Кстати, насчет леса, да? Было написано, что у них лес отсутствует. Давайте мы им добавим лес. Вот сюда, наверное, где-то с этой стороны. Ну, было написано, что лес отсутствует, это потому что они только вышли, еще не осмотрели территорию. Вот. А так у них 100% теперь. Нету одиночества, все хорошо. 12 штук. Они, конечно, много нам не дают рейтинга, но все равно. Все равно. Я думаю, мы можем даже сейчас немного ускориться. А, надо пойти на отдых отправить синтезаторов. Что тут у нас? 4. 2 нормальных получилось. Да, наверное, беру двоих. И ускоренная инкубация. Отлично. Отдохнул. Наш главный инкубатор... Отправляем на отдых. Хорошо. Все. Теперь можем вроде собирать деньги на трицератоп. Тут трицератопс говорю. На Тирекса. Главное, велоцирапторов в тот загон не выпустить. Что-то как-то пару раз куснул козочку и убежал. Мог бы и доесть уже. Наверное, пить пошел просто. Можно выпустить. Так, выпустить с вертолета. Погнали. Собираюсь забрать актив. Тут как-то странно, да, что всего там 3 человека сидит. Все, можно потихонечку ускоряться и... О, эти теперь дерутся мелкие. Это что у нас? Обломки машины, да? Надо медосмотр. Перевозка актива. Снова травмы. Ой, стоп. Какое пополнение? Какое пополнение? Что ты мне? Травма органов. Опять травма органов. Что ты будешь делать? Не-не-не. Не тот. Нам надо вот этого усыпить. Мало здоровья. Мало здоровья вроде как не у него.
Эти дрались, наверное. Тихо, тихо, тихо. Нам надо срочно сюда медиков. У этого 100% здоровья. У этого 11 всего лишь. Медика срочно сюда. Но с другой стороны, да, получается, он, скорее всего, с вот этим альфой дрался. Пятый с третьим. Ну, я могу предположить. А ну-ка, сейчас. Почему я не могу его выделить? Что иногда с игрой происходит такое? Этого могу выделить. А этого не могу выделить. Вот, теперь могу выделить. Давайте посмотрим. Злобный. Уровень дурной славы у них повышается. Он двоих убил. Запись драки 2. Доминирование 74, атака 60, защита 16, базовое доминирование 76. Стоимость продажи 95 тысяч. Чем выше дурная слава, тем больше такие динозавры привлекают внимание посетителей, которые любят такое дело. О. Напичкали хорошенько. Так, травма органов. Опять. Так, ну этого вроде бы... Только доставляют сейчас. Вот и ёлки-палки. Ну ладно, давайте... Этого с травмой будем сейчас... У троих травм. Дилофазавры еще драться решили. Здоровье 97. Четвертый с пятой. Пятый у нас альфа считается сейчас. Популяция 6. Запись драки 2. Убийств пока по нулям. Жалко, что они в воде, конечно. Третья драка. Он типа выиграл в этой драке. Наверное. Так. Нам надо медик. Вот сюда. Надо медик вот сюда еще, пожалуй. Пока там лечение идет. С хищниками, конечно, одни проблемы. Они будут постоянно драться. Ну, у нас трайки тоже постоянно дерутся. Паразавры с трутиомимо не дерутся вообще. Только не деритесь снова, пожалуйста. Все. Ну, вроде бы все. Осталось дождаться, пока этого перевезем. Пару секунд буквально. Так, возвращаем его. Выдвигаюсь забрать актив. И усыпляем теперь вот этого с травмой. Вот этого с травмой, это кого? Где-то в лес ушел, что ли? Только уехали отсюда. Только уехали. Боже мой. А где наш больной велоцираптор? С переломом. Или что там у него? Травма органов. Реально в кустах засел. А, нет, подожди, тут... Тяжелая травма из-за драки. Так.
Вот, усыпляем. Усыпляем. Так, и мы можем уже наконец-то исследовать тираннозавра. Пока давайте. Пока рейтинг снова у нас не упал. А то беда сейчас будет. Так. Три минуты. Семьдесят процентов здоровья пока что. Так, но этого хоть мы сможем вылечить без ветеринарки? Нет, не сможем. Это беда. И снова эти дерутся. Доставка завершена. У нас в прошлой части тоже так часто все дрались и так часто ранения были. Я, конечно, может, уже не помню, но... Кажется, что раньше меня не так напрягало это дело. Тут что-то прям как будто бы перебор. О, у нас есть медик. Отлично. Выдвигаюсь на сбор актива. Я думал, мы медика отправили тоже на исследование Тирекса. Мало здоровья. Так. Иди лечи, балбес. Актив перевозят. Балбес. Ну, хотя бы у этого легкая травма. Уже хорошо. И исследование завершено. Так. Давайте сейчас посмотрим. Никто там не устал. Ускоренная экспедиция, но... Давайте мы ее отправим сейчас отдыхать. А потом отправим на экспедиции за Рексом. Пока тут с этими больными разберемся. Дилофазавры драку устроили. Рейтинг парка вырос. О, 500 000 в минуту мы зарабатываем. Ничего себе. Так, один из ученых отдохнул, и сейчас можем вывозить уже практически этого велоцираптора. Необходимо забрать актив. И кто у нас тут следующий? Второй велоцираптор, да? Может, успеет его доктор подлечить сейчас быстренько, до того, как его усыпят. Было бы замечательно. По-моему, успел доктор его подлечить. Так. Специалиста вот этого... возьмем. Но у нас есть еще дилофазавр с травмой, получается, да? Или кто у нас тут? Только вторая травма-то у кого? У кого? Травмы эти, боже мой. Еще ж тут хрен найдешь иногда. А, вот он. Угу. Ушел в лес. О-о-о. Ну, внутреннее кровотечение, да, тоже нужно отправлять, будет его на лечение в эту самую.
Слабое здоровье. Вероятность заболеть плюс 30%. Но это не болезнь, правильно? Это ранение из-за драк. Ладно, поехали, короче. За трицератопсом. Почему я его все время хочу трицератопсом называть? За тирексом. Поехали. Где искать? У-у-у. Рыбоядный. Три миллиона нам надо с половиной на его раскопки. Ого. Серьезно. А, ну тут вон есть попроще. За два. Ну давайте. Вот этих двоих. Поехали. Доставка выполнена. Начата транспортировка. Тем временем велоцирапторы снова дерутся. Подлечим. Немного. Актив перевезен. Экспедиция успешно завершена. Так. Ну-ка давайте смотреть. 42%. Нормально. Сразу так сходу. 8% здесь и... Еще плюс 49? А, извлечение нам нужно. Так, давайте. Лечение завершено. Велоцираптор, хорошо... Выгружаем. Следующего. Усыпляем. Идет транспортировка. О, помер. По неизвестным причинам. Да вполне там известные причины были. Но... Зато лечить не придется. Но у нас, подождите, есть кто-то еще. Этого мы можем вылечить. Да, это просто... Актив забрали. Великие наши лекари. Осмотр провели. А лечить не стали. Так. Как там? Дела? Дела хорошо. Давайте... А, 7,8. Да? 7% здесь только. Ну, давайте еще этого тоже. Извлекаем. Но нам не хватает, получается, правильно? Опять трон. Что ты будешь делать? Тяжелый перелом. А бегает? Как будто бы и нет у него тяжелого перелома. Там надо где-то, я смотрю, кормушку пополнить. Зараженный источник пищи. Ух ты. И что нам с ним надо сделать? Рейнджеров вызвать. Да. Дезинфекция еды. А, вон у нас есть рейнджеры здесь. Штормовое предупреждение. Блин. Дамы и господа,
наших сотрудников просим вас найти укрытие и покидать. Всех сотрудников попросили найти укрытие. А посетителям не надо? Наверное, не надо. Так, что там? Повреждено было только что здание или ограждение? Здание, по-моему, вот это только. Кто у нас болеет тут? Кому надо доктора? Я что-то понять не могу. Вот этим только. У кого-то как будто бы тяжелое заболевание. Наверное, эти. Но буря закончилась довольно благополучно. Закрываем все убежища. Давайте сейчас поремонтируем еще, что нужно отремонтировать. Ну, да тут все нужно отремонтировать, я смотрю. Так, у кого-то есть еще травма. И этого кого-то я упорно не вижу. Как найти? Вот было бы насколько удобно, если бы просто кнопочка вот эта показывала конкретную цель. И переключалась между там больными. А тут я вижу только одного. Он сейчас усыплен у нас. А второй его где искать? Так. Ремонтируем. Может быть, из-за того, что осмотр типа не проведен рейнджерами. Может быть, поэтому я не вижу повреждения раненого, да, типа. Но раз уже четверо. С переломами, серьезно. А, ну, вон тут двое новых подрались, да. И это причем у обоих сложные переломы, которые нужно в больнице лечить. О, боже мой. Можно они все просто умрут? Пожалуйста. Пусть они все просто умрут. Что у нас там с окаменелостями еще? Мы можем отправить сюда еще? Хм. Странно, что здесь на миллион, на полтора почти миллиона больше. Ну, на миллион, ладно. 49%. 49, блин. Ну ладно, ждем. Сейчас еще немного. Внутреннее кровотечение. Не то. Вот так, транспортировать. Подбираю актив.
Так, мы, по идее, можем отправить уже команду повторно на вот сюда. Я думаю, да. Поехали. Что там у нас? 230 в минуту всего лишь идет. Ну и для Рекса можем потихонечку загон начинать строить. Сколько у нас будет стоить инкубатор? Транспортировка актива завершена. $250 всего лишь, по-скромному. Я думаю, мы для тираннозавра все-таки построим отдельный инкубатор. Чтобы мы красиво его вывели. Чтобы он гордо вышел из инкубатора. Так, там вроде можно кого-то просто немного полечить. А ну это эти двое же. Дорога не предает. Я знаю, я знаю. Стоп, не той стороной я его поставил. Вот так, правильно. Сюда пойдет дорога. Не знаю, как много ему надо места будет. Но пока что сделаем, наверное, вот такой вот загон. Так, чтобы вода у него была там сразу и все. Все, что ему нужно. Так, нам теперь надо вот сюда. Как-то так. Транспорт в опасности. Тут малую подстанцию ставим где-то себе и подключаем ее сразу к, да, к электростанции. Угу. Уже у троих тут проблемы. Реально, если не мусолить вот это вот каждый раз при каждой травме наших медиков, то все вымрут, хищники наши. А, да, нам надо сначала найденные окаменелости изучить. Давайте. Это все? Я на это потратил 2 миллиона? Боже мой. Вау. Вау. Я на это потратил 2 миллиона. Ну, теперь понятно, как это работает. Ну подождите, я могу еще раз сюда отправить. За 2 миллиона. Хм. У нас, кстати, вот тут вот еще есть такое за 2. Ровно за 2. Мы сюда, по-моему, отправляли. Ох, минус 2 миллиона. А нам же еще наверняка придется кучу бабла потратить на инкубацию, на выведение.
Собираем, короче, 2 миллиона. Вот с травоядными вообще нет проблем никаких. Мы пару раз страйков лечили, да, потому что они там дрались где-то. Но в целом с ними все хорошо. И те же трицератопсы такой же рейтинг дают практически нам чуть-чуть ниже, чем велоцирапторы. А если мы зауроподов каких-то сюда более крупных посадили бы, то мы бы даже намного больше пользы получили, чем от этих дурацких велоцирапторов. Но людям нравятся хищники, да. Буду просто лечить их. Мне что-то совсем не хочется отправлять их туда, на этот самый. На лечение в ветеринарку. Так, вот тут у нас есть тираннозавр еще. Тут мы не были. Ну, блин, одна окаменелась за 2 миллиона. Вот это да. Я еще начал смотреть, не до конца мы посмотрели, но начали с Наташкой смотреть второй фильм «Парка юрского периода», чтобы напомнить себе, как оно там было. И во втором фильме парка-то и не было. Был остров, на котором... Была типа как исследовательская лаборатория, там штормом ее разнесло, и все динозавры вышли на волю и жили себе там, на этом острове, причудесно. А именно вот парка, как парка, да, не было во втором фильме. Ну... Давайте, наверное, 16% с 10 возьмем. Вот так. И мне интересно посмотреть, что же во второй теории хаоса. Как обыграют эту ситуацию. Но вот этот вот гемор с лечением постоянным, это я не знаю. Это что-то... Что-то с чем-то. Давайте, наверное, еще... Вот так вот сделаем, наверное. И посмотрим. Прикинем по ценам. Миллиончик всего лишь. Необщительный и нетерпеливый. 2 яйца вкладки, может быть. Нетерпеливость мы можем убрать, нам хватает. Необщительный. Уменьшает потребности всех динозавров на его территории. Ух ты! Типа как бонус идет. О, слушайте, прикольно. Увеличивает допустимую для него область пересечения территории, уменьшает вероятность нападения на рейнджеров. Снижает требования к условиям обитания у всех динозавров на его территории. Если в неприхотливость вывести. Слушайте, прикольная тема. Много интересных вещей, много таких штук, которые мне нравятся в этой игре. Но, блин, этот геморрой с лечением. Ой-ой.
Так. Ну, я думаю, мы вот, наверное, так и выведем, чё. Давайте, миллиончик у нас есть. Ага. Не выведем, да, пока, ладно. Ну, хорошо, мы тогда отправим сейчас отдохнуть извлекателя нашего основного. И посмотрим сейчас, что у нас тут получится. Как раз успеют окаменелости эти исследовать. Но нам, по-моему, это ничего не даст. По-моему. Тут вот тоже, да, получается, что лучше как можно более крупных существ содержать. Они дают больше рейтинга, а их меньше можно друг с другом содержать, в принципе. Чем кучу мелких стайных существ, которые драться будут постоянно друг с другом, и которых нужно будет возить каждый раз в лечебницу. Забираю, ну, минус один велоцираптор уже, да. И так они скоро все вымрут. Гилофазавры. Так, кто-то еще помер. Необходимо забрать актив. Там был слабенький дилофазаврик один, да. Может, если выводить еще с высоким, типа, здоровьем. Кстати, давайте посмотрим на том же... Кстати, что там у нас? А, у нас уже все, да. Все, все свободные, все окаменелости были исследованы уже. Давайте посмотрим... Терпеливость, тайность, неприхотливость, стойкость, стабильность генома. Замедляет потерю здоровья и снижает вероятность развития болезней. При голоде позволяет динозавру дольше обходиться без еды. Такое. Редко хочет пить, тоже такое. Повышая склонность динозавра к доминированию. Темпы восстановления выносливости. Короче, да, тут получается показатель защиты. И урон повышается. Интересно. Так, можем ли мы добавить что-то еще? О, можем два даже добавить. Надо ли нам эта терпеливость? Я думаю, можно. Пусть будет. Пусть будет. Так, и... Давайте высиживать потихонечку. Минуту 32. Ожидаемый шанс выживания 100%. Ух ты. Точно два яйца у нас будут. Это хорошо. На удивление прям хорошо. Давайте мы поставим еще здесь смотровую. Ну, в принципе, пойдет смотровая. Поставим, конечно же, кормушку. Может быть, даже несколько. Я думаю, одной хватит. Так. Перенесем сюда генератор.
Вот, блин. Нам надо поставить ворота. Нам надо поставить... Ну, как бы да. Варианта нет. Пост рейнджеров придется ставить прямо в загоне с тираннозавром. Как бы это ни было странным. И давайте вот этого уже рейнджера отправим сюда. Ну что? Стоп! Как так? Я не понял. Почему только один? Кладка на два яйца. Шанс выживания 100%. Выжило только одно. Что с этой игрой не так? Это как работает вообще? Да. Да. 3 минуты. Выдвигаюсь на сбор актива. Перевожу актив. Мне вот интересно, другие игры от Фронтиров, тот же парк развлечений или зоопарк, Planet Zoo, Planet Coaster, там столько же ручного геморроя над каждым животным нужно проводить. Вроде ж как и не первая игра от них, а ну такое что-то придумали, по-моему. Ну ладно, все, выпускаем. Самые зубастые полученные достижения. Саботаж. Достигните рейтинга 5 звезд, соберите у себя больше ворота. Видов. Все ворота в парке открыты. Сделайте что-нибудь! Скорей! Какой кошмар. Динозавры теперь могут свободно ходить по парку, но у нас же гости. В чем дело? Техника отказала? Или сбой в программе безопасности? Мы как раз выясняем подробности. Я в ваших черточках и циферках не разбираюсь. А о программистах и говорить нечего. Похоже на саботаж. Вероятно, его устроил кто-то из персонала. Надо отправить гостей в убежище. Да, безусловно. Первостепенная задача — вернуть животных в загоны. Нет, первым делом надо обеспечить гостям безопасность. Давайте откроем убежище. Позаботимся и о том, и о другом, ладно? Ну, хорошо. Согласен. Так займитесь этим. Иначе наша мечта, моя мечта, канет в небытие. Спасите динозавров, спасите гостей и парк юрского периода. Неплохой такой стоп-кадр у нас получился. Несмотря на мелкие неприятности, парк юрского периода процветает. Однако на свете еще есть те, кто желает нам провалиться. Или хочет присвоить все, чего мы добились. Парк юрского периода дарит гостям нечто незабываемое. В этом нет сомнений. И все же мне кажется, что мы можем превзойти свои ожидания. Хорошо бы привлечь в парк больше гостей, тогда наши рейтинги возрастут. Да, и парку нужны новые виды. Вместе мы вновь привели динозавров в наш мир. Теперь
Настало время привести наш мир к динозаврам. На протяжении 4 минут все ворота будут открыты. Ну вот это вот как раз в первом фильме и было, да? Там был саботаж от одного из сотрудников. Я вот не помню, он или питание отключил, по-моему, просто. Или, может, ворота открыл. Ну, в общем, что-то было подобное, да. Его потом дилофазавры съели, этого сотрудника. Ну и нам надо теперь всех усыплять, походу. Ворота только с хищниками, кстати, открыты, да? Смотрите. Ну ладно, давайте. Рекса, наверное, проще всего будет усыпить. Вот этих стая выбежит. О, боже мой, я уже жалею, что я так много их по это самое повыводил. Поехали, поехали. Усыпляем всех. Он пить пошел. Маленький, ты пить хотел. Как там, Рекси? Как там? Где он? О, он, его усыпили моментально. Хорошо. Он и ближе всего здесь был. Давайте, кстати, посмотрим, чего ему здесь не хватало для полного счастья. Лес у него есть. Давайте мы тут ему добавим немного лесочка. Но у него есть лес. Он просто еще не понял этого. Песок нужен. Сделаем ему песчаный пляж. Ну и все, пусть дальше бродит и изучает свой загон. Сколько там еще? 3 минуты. Этот сам решил вернуться, походу. Козочки выбежали. Всех усыпляю сразу. Эти пока не спешат выходить. Что радует. Они сидят там возле кормушки. В основном все. Транспорт в опасности. Сейчас мы эту опасность усыпим. Хотя нет, тут транспорта нет, это не он. О! Трайк там стукнул, наверное. Сколько еще по времени осталось? Еще 1.5 минуты. Давайте скорость больше сделаем. Так. Ну, всех усыпили здесь. Неусыпленные только вот эти.
Пошли усыплять его. Он как раз решил выйти. Система перезапущена, ворота снова за... И штормовое предупреждение сразу. Ворота 6. Из-за бури произошло отключение электроэнергии. Для возобновления требуется перезапуск системы. Так... Ворота 5. Из-за бури произошло отключение электроэнергии. Сооружение повреждено. Поехали. Ремонтировать все. Тоже скорость побольше сделаем. Все, буря закончилась. Кроме этих ворот, ничего страшного не произошло. Все вроде бы целое. Всем порядок. Эти ворота отремонтированы. Можем Рекса перевозить, будить, закрывать все убежища. Так. Возвращать на место всех. Давайте велоцираптора на ремонт отправим. О, денег нет. Денег нет. Ну и ладно. Будем всех динозавров сразу. Чтобы они там не голодали. А тут у нас... Был мелкий, да, сюда его. И вроде бы все, у нас даже никто не выбежал по большому-то счету. Полторы тысячи гостей, 7 видов разных динозавров и 5 звезд. Доставка актива подтверждена. Актив переведен. Актив перевозят. Идет транспортировка актива. Кто-то уже умер. Подтверждаю тем временем. Доставку актива. Актив доставлен. Актив так, забрали. Деньги появились. Нам, по-моему, 200 тысяч надо было на велоцираптора. 222. Забираю. Давайте. Актив. Подлечим его, подлечим. Так и быть. Ну что, где наш Рексик? Чё ты там прячешься? Во, 100% у него... Довольство. Рейтинг сразу поднялся на 3 звезды довольно быстро. Давайте я, наверное, здесь поставлю еще смотровую. Вот так. Вот так.
чтобы можно было сверху на Рексика посмотреть. Лес тут, конечно, немного не в тему, но я думаю, пойдет. Так. Забираем велоцираптора. Направляюсь забрать актив. В парке гостей нужное количество мы собрали, только что было. Немного уменьшилось только что. Транспорт снова в опасности. Идет транспортировка. Посмотрим на этих, полечим, может быть. Актив доставили. Так. О, миллиончик уже собрали. Хорошо. Давайте скорость снова немного меньше сделаем. И здесь немного обустроим территорию. Потому что тут у нас посетители ходят. И нам здесь явно надо поставить кафешки. Прибыль 9000. Не густо. Но 200 гостей. Заполнили мы тут все. Так. Давайте... Водички добавим для посетителей. Присутствуют помехи. Тут у нас проблемы с рельефом небольшие. Сейчас подровняем немного. Хотя бы так. Так-с. Тут мы, походу, тоже всех удовлетворить не сможем. Так, ну ладно. И с сувенирами здание тоже поставим. А, стоп, подождите, тут не надо здание с сувенирами. А, это не сувениры, это вода. Вот, сувениры надо. Сувениры надо. Где-то здесь поставлю. Игрушки-трансформеры. Будем продавать здесь. Ну, как-то так.
пока что. Насчет гостиницы давайте тоже подумаем. Туалет, да, надо здесь. Надо. Посмотрел на Рекса и сходи в туалет обязательно. Вот так вот гостиницу поставим. Вдруг там Рекс будет проходить иногда, и посетители гостиницы будут радоваться. Так, и, наверное, еще и убежище здесь надо бы поставить. Да. Так, отсюда мы всех вывезли, вылечили. А, вы только сюда доехали, ёлки-палки. Попробуем подлечить еще вот этого. Требуется забрать актив. Так. Хорошо. Четвертую звезду мы почти взяли. Почти взяли. Мало здоровья. У Рекса? А он-то чего? Актив поднялся в воздух. Двадцать четыре. Резервы коз там есть. Алло, здрасте. Пойди поешь, Рексик, на тебе лица нет. Коза где-то бегает, в лесу прячется, наверное, от Рекса. Он ее не видит. Ну вот, другое дело. И здоровье будет восстанавливаться сейчас. Странно, что... Или реально, пока козу, которая убежала, где-то бегает, не съедят, новую не выпустят, что ли? Их же рейнджеры не перезаряжают. Или перезаряжают? Нет, они ничего не делают с этими кормушками. Актив транспортирован. Так, ну, нам надо еще три вида, как минимум, да? Давайте посмотрим. Я бы хотел, наверное, если брать сейчас кого-то... Да, то надо брать или хищников, возможно, как раз каких-нибудь рыбоядных, или каких-то крупных травоядных. Не стегозавров, я думаю. Где у нас? Вот здесь, да, зауроподов. Больших, хороших зауроподов. Брахиозавры, игуанодоны, диплодок, комарозавр. Апатозавр. Давайте вот с диплодоков, наверное, начнем.
И, наверное, вот здесь можно будет сделать им загон для травоядных, для зауроподов разных. Я, наверное, буду сразу самый прочный забор строить. Мне кажется, что нет смысла строить какой-то попроще заборчик. Знаете что? Кажется, он вообще заглючил. Или у этого слишком быстро здоровье падает? Здоровье ноль. Здоровье ноль. Вспышка болезни. Болезни требуют вмешательства. Но почему ты мне тогда пытаешься... Почему кружок появляется тогда? Я не понимаю. Эти, короче, заглючили. Да. Да. Они должны были давным-давно умереть, но что-то не сложилось. А есть у нас поиск, интересно? Нету никакого, наверное. Перемещение, справка, приблизить, отдалить. Ну, вот тут вот диплодоки есть. Комарозавры, апатозавры. Но... вот такие они... Во, вот, чистый диплодок. Это лучший вариант. Товарищ с ускоренными экспедициями. Товарищ Муграби. Нуждается в отдыхе для начала. Давайте этого тоже... на отдых отправим. У нас тут еще большая довольно территория парка свободна. И здесь еще тоже прям огромное. Но нам она не пригодится. Я чувствую, что я вот сейчас вот выпущу диплодоков сюда и все. Мало того, что нужно... морочиться с докторами постоянно. Так еще и у нас баги пошли. Это вообще, конечно. Да что такое? Почему я все время эту хочу выбрать вышку? Нам надо вот эта вышка. Так, сюда ездить через вот эти вот ворота. Нет доступа.
Давайте посмотрим, насколько процентов нам окаменелости здесь хватит. 28-24. Ну, нормально, кстати, смотрите. Излечение нам надо, да-да-да. Так. Эту дамочку на отдых отправляем. Да. Тридцать семь получилось. Странные какие-то подсчеты. 28 плюс 24 получилось 37. Окей. Отправляем еще на одну экспедицию. За диплодоками. На вот эту здесь мы не были еще. А можем мы, кстати, продать как-то? У нас есть цена продажи. Как нам продать? Скрыть предпочтение. Кто-то... А, это... Умер, по-моему, не тот, который забаговался. Подбираю актив. Может, если мы усыпим, то потом у нас продажа будет. Сможем ли мы их усыпить? Идет перевозка актива. Тоже момент интересный. Мне кажется, нет. А, нет, усыпили. И здесь двое умерло. От воспаления легких. Требуется забрать актив. Болезни требуют вмешательства, говорили они. Стоп. Только что усыпленный был. Продать. Вот так. Да. О, а мы деньги за него получили, интересно? О, боже мой. Кто у нас тут еще умер, где? А, вывезли, уже вывезли. Так, так, так. Во, хорошо, хорошо. У нас, кстати, довольно давно велоцирапторы не дрались. Этого усыпили. Наверное, я промазал, когда команду усыпления отдавал. Так, ладно, давайте.
синтезируем, например, диплодока наконец-то ж. И... Ой, ему можно цвет поменять. Вариантов много. Так. Прожорливый и необщительный. Ну, эти мы не изучали, поэтому тут мы добавить особо ничего не можем. Можем добавить только... Не уверен, что это нам нужно вообще. Продолжительность жизни. Давайте добавим лучше сохранить и выйти. Так. И... Синтезатор нам нужен для начала. И вот этого специалиста тоже в дело. Запустим. Давайте еще Рекса выпустим. А, заняты все, да. Синтезаторы. О, тут кто-то у нас умер. Штрутяем мимо. Штрутяем мимо, жалко. Актив забрали. Два яйца готово. Прожорливый, да, и один нормальный. Так. Ускоренная инкубация. И давайте этого специалиста вот так вот через минутку можем. Еще кто-то умер. Могут они от старости, кстати, умирать? О, умер от старости как раз, да? Смотрите. Штормовое предупреждение. Семьдесят дней. У нас продолжительность жизни. В принципе, я думаю, нам не нужно сейчас людей... эвакуировать в бункеры. Я думаю, что ничего страшного не случится. Выпустить с вертолета. Забираю актив. Перевожу актив. Отсутствует лес, говорит он. Что-то я ему не верю. Высокорастущие фрукты. Это за лес считается? Нет, это за лес не считается. Ух ты. Прожорливым этим диплодоком будет что кушать теперь. Так, ремонтируем. Тут
у нас туалет надо отремонтировать или что там у нас, кафешка. Ну, вроде бы порядок. .282 рейтинга дают нам. Несовместимость с другими зауроподами. Совместим с стегозаврами, анкилозаврами, этими пахице... А, нет, подожди, это не те, о которых я думал, да? Наверное. С разными цератопсами. Это я не знаю, кто это такие тоже. Ну, в общем, я думаю, что на этом мы, пожалуй, закончим с парком юрского периода. Потому что что-то меня слишком удручает этот совершенно ненужный, бессмысленный, беспощадный микроменеджмент. Ручная работа с ветеринаркой, с отправлением каждого ученого на отдых после каждых там 5 задач. Ладно, мы еще редко пополняем сейчас топливо на этих самых, но иногда приходится восполнять. Плюс нужно постоянно вручную восполнять топливо на разных наших рабочих станциях, плюс там еду пополнять для наших рабочих. Это вот совсем не то, чего хотелось бы видеть в подобной игре. Это какой-то бессмысленный кликер просто ради кликанья получается. При том, что многие вещи в игре мне определенно понравились. Теория хаоса в целом неплохая получилась. Неплохая. Но вот эта вот морока совершенно ненужная. Она просто весь геймплей превращает в какую-то неинтересную совершенно рутину. И мне во многих играх рутина нравится. Я люблю там что-нибудь погриндить. Но здесь просто тупой кликер какой-то. Вот заболел динозавр, отправь сначала медика, чтобы он его осмотрел, и потом не забудь ему сразу же дать приказ на лечение этого динозавра, потому что медик тупой и сам не полечит больного динозавра, которого он только что осматривал. И он поедет через всю карту обратно, и потом, если чуть-чуть где-то прозевать, нужно будет ждать, пока медик через всю карту обратно вернется на лечение. Ну это бред какой-то, совершенно бессмысленный. И потом еще половину, все тяжелые травмы, да, нужно сначала усыпить динозавра, отправить его в ветеринарку, назначить рабочего. Рабочему потом нужно будет отдохнуть, нужно будет пойти кликнуть на рабочего, отдать ему, дать ему денег в руки, чтобы он пошел отдохнуть. Нужно перевести будет динозавра обратно. Это, короче, ну вот совсем не та рутина, которую я хотел бы видеть в игре про строительство парка. Это уже игра не про строительство парка, а про вытирание соплей динозаврам нашим рабочим. И а строительство где? Где-то между всем этим нужно, да? Ну и вот еще и баги у нас тут появились. Поэтому мы оставим Jurassic World до лучших времен. Может быть, я не знаю, третья часть выйдет, и она будет интересней. Бог любит троицу. Дадим еще один шанс когда-нибудь потом, может быть, если разработчики решат третью часть сделать. Но фильмы там штампуют, что игры, наверное, будут дальше штамповать. Поэтому посмотрим. Но пока, да, после всего этого играть дальше меня, я бы сказал, не тянет. Поэтому, да. Ну, всем спасибо в любом случае за просмотр. Всем пока. И увидимся в каком-нибудь другом, надеюсь, более интересном прохождении.